С 5 по 7 апреля в Центре олимпийской подготовки «Авангард» прошел 14-й турнир по художественной гимнастике «Сибирские ласточки». Традиционно в эти весенние дни в Омск, словно ласточки, слетелись около 160 юных граций из 7 регионов Урала, Западной и Восточной Сибири. На торжественном открытии соревнований для юных гимнасток с показательной программой выступила член национальной сборной России, мастер спорта, призер всероссийских соревнований Мария Мальцева. Спортивный путь воспитанницы Центра олимпийской подготовки «Авангард» начинался именно с сибирских ласточек. Я очень люблю этот турнир, он для меня очень много значит, домашний турнир. С него началась моя спортивная карьера и уже пошла, где-то был подъем, где-то спад. И всегда с удовольствием прихожу сюда, делаю показательное, так как мы уже по возрасту не подходим для участия в соревнованиях, но все равно с любовью выступаю. Этот турнир проводится в первую очередь для тех девчонок, которые решили связать свою жизнь с художественной гимнастикой. И как любому спортсмену, им нужен тренинг, очень серьезный тренинг. И наш турнир помогает им встать на какую-то, может быть, не совсем высокую, но определенную, более высокую ступеньку в своем функциональном, в своем информационном развитии, в своем спортивном совершенстве. Самое большое представительство спортсменок на турнире – традиционно воспитанницы Омской школы. Однако гости приезжают в наш регион всегда с большим удовольствием. Омская школа всегда ценилась сильными гимнастками и на протяжении стольких лет, и поэтому все с удовольствием сюда приезжают, да, и набираться опыта, и самим же омским детям тоже сильные школы участвуют здесь. Этот турнир «Сибирские ласточки», он проводится ежегодно. Мы уже пятый или шестой раз приезжаем на традиционный турнир на гостеприимный город Омск, и нам все очень нравится. Мне нравится, как выступают омские гимнастки, мы у них учимся, как правильно делать и выступать. Победительницами соревнований «Сибирские ласточки» в разных разделах программы стали Анна Кадочникова, Анастасия Ткаченко, Мария Сафронова, Виктория Данильчук, Кристина Величко, Дарья Перевозчикова, Полина Китаева и Елена Кокина. Все представительницы Омской школы художественной гимнастики.